Из Сибири в Орел прибыл главный символ Сочинской Олимпиады. Первыми олимпийский факел посчастливилось встретить студентам Орловского государственного университета. Вчера стальное перо было доставлено самолетом из Сибири. Факел в Орел привезла компания Coca-Cola, которая и стала автором факельного марафона. Учитывая наши давние дружеские и партнерские связи, компания Coca-Cola решила организовать презентацию факела и фотографирование всех желающих с ним непосредственно на базе нашего университета. В главный корпус вуза факел торжественно внесли сегодня в 2 часа дня. В Агу его привезли без зажженной газовой капсулы. Но и без этого студенты ринулись как можно детальнее рассматривать символ Олимпиады и фотографироваться с ним. В Орле факел пробудет еще несколько дней. В субботу любой горожанин сможет увидеть его в областном выставочном центре на улице Салтыкова-Щедрина. Уже в воскресенье перо «Жар-птица» отправится в Нижний Новгород.